Ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки отмечено на территории автономии. Ситуацию с заболеваемостью коронавирусом обсудили на расширенном заседании, в котором приняли участие руководители областных учреждений здравоохранения. По последним данным, во всех больницах области сегодня находятся на лечении 229 пациентов с пневмониями, в том числе 11 детей. Из них госпитализированы 107 человек, в том числе 7 детей, одному из которых еще не исполнилось года. На ИВЛ один взрослый пациент. На домашнем карантине остаются 163 человека. На сегодняшний день подъем заболеваемости COVID-19 отмечен в Смедовичском районе на границе с Хабаровском. За прошедшие сутки из 10 положительных тестов на новую коронавирусную инфекцию 7 из них проживают в поселке Николаевка. И аналогичная тенденция и за предыдущие сутки. При этом в Николаевке появились также впервые и дети, больные новой коронавирусной инфекцией. Она у них протекает в легкой форме. Сегодня в автономии активно ведется вакцинация населения. От COVID-19 привились порядка 500 человек, существенная часть которых, более 40%, принадлежит к категории 60+. Для примера приведу: в Ленинском районе вчера была привита женщина 1930 года рождения, которая самостоятельно обратилась на пункт вакцинации. То есть человеку больше 90 лет. Вместе с тем такая активная гражданская позиция вот очень показательна на сегодняшний день. Она достаточно неплохо перенесла прививку. Мы внимательно наблюдаем за ее состоянием. Информацию о прививочной кампании можно получить по номеру горячей линии 122. Здесь же возможно записаться на вакцинацию, узнать о нюансах и немногочисленных противопоказаниях. Ольга Тимченко, Павел Славин, Новости 21.